Так, по обратной стороне пойдем. О, я за карту выбрался. Я за карту выбрался. Что? Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в симулятор паркура в Роблоксе. Сейчас я самый быстрый игрок на планете. Смотри, плюс одна, скорость плюс одна, плюс одна. Как разогнался-то я, ёшки-моталки. Нам нужно с тобой забежать вот в этот зеленый портал, и сейчас нас телепортируют с тобой на туториал. Хорошо, я хочу пройти туториал. Так уж и быть. Воу, 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 что происходит? А, стоп, я, наверное, здесь смогу фармить себе опыт. Ха-ха, ладно, побежали, побежали, побежали. Сейчас мы будем с тобой проходить полосу препятствий. Да, это то, чего я так сильно ждал. Я Sonic X! Где же кольца? Я их не вижу. Ладно, нет, все хорошо. Так, бежим. Тут нужно по стеночке пробежаться. Ух ты, ё-моё, я так могу бесконечно бегать, что ли? Слушай, это классно. Джамп, прыгай. Окейушки, я прыгнул. Как только мы с тобой собираем бусты, мы с тобой ускоряемся. Ясно? Понятно. Все очень просто. А, я прошел туториал. Это, наверное, туториал номер 2 или... Чё? Стоп, опять это проходить? Да ладно, вы троллите меня. Они меня троллят, знаешь ли? Они меня троллят. Поехали! Блин, слушай, очень классная анимация в этом режиме вот этого передвижения. Я чувствую себя по-настоящему Соником. Так, бежим, 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 бежим. Ускоряемся вдоль стеночки. Интересно, а тут есть с кем-нибудь гоночки какие-нибудь? Я, конечно, не самый быстрый игрок в этом режиме. Ё-моё! Я чуть не улетел. Ладно, не, все, хватит. Я немножко апнулся. Я чуть-чуть ускорился. Slay down. О, я могу скользить даже, кстати. Итак, нам нужно просто с тобой бегать по этому городу, собирать изредка монеточки, выполнять всякие ачивочки. Ну и также участвовать в гонках, если, конечно, нас кто-нибудь пригласит побатлиться. Но на самом деле было бы очень даже клево. Так, разбегаемся. Ух ты, ё-моё, я даже нифига не разогнался. Вот это плюс один, это означает плюс одна экспа. И нам предлагают поучаствовать вот в этом гоночном батле. Три, четыре, три, два, один. Побежали! Эй! Да я ж медленный! Ёлки-моталки! Я самый медленный, посмотри, я приду последним к финишу. Да не то, что последним. Пу на это. Почему я такой медленный? Ура, буст. Наконец-таки, вот только на бустах был. Что это было? Короче, я буду бегать и собирать вот эти вот кружочечки. Возможно, это хоть как-то улучшит мое положение. Здесь у чуваков по 40 тысяч экспы. Представляешь, какие они быстрые. Шоу-шоп. Что здесь можно в шопе купить? Здесь есть бусты для экспы. Есть X212 буст. Офигеть. И что эта штука дает нам? Она стоит 1000 робоксов. Нет, столько робоксов у меня нету. Это дорого. А спид эликсир. Он сразу же дает тебе 133 экспы. Или сколько он тебе дает? Он стоит 18 робоксов. Ладно, давай-ка я использую эту штуку. У меня есть 200 робоксов. Так, закроем шоп. Нет, это мне не нужно. Что это такое? Ну, вроде как я начал немного быстрее бегать. Да, кстати, у меня скорость уже 600. Вау! Слушай, не, я думаю, лучше взять вот какую-нибудь штуку X16 буст и немножко эликсиров купить на оставшиеся деньги, чтобы мы с тобой немного забустились и немного быстрее накапливали себе опыт. Но X! Ого, какой X! Слушай, это классный такой X. Так, сейчас будет матч следующий. Может быть, стоит поучаствовать? Даже не знаю. Ладно, я буду участвовать через 7 секунд. Так, я купил все эти бусты. Купил бусты. Так, отправляемся. Сейчас будем участвовать. Ну вот сейчас я буду быстрый. А, нет, я медленный. Я очень... Да ладно! Куда это меня опять тэпнуло? Что за фигня? Вау! Я получил экспу, разблокировал себе новую ачивку. Смотри, плюс 75 экспы дают за то, что ты пропрыгнешь через это кольцо. А как это сделать-то, а? Че, я, наверное, может, как-то по стене могу забраться? Нет, я могу просто вот так вот бегать. Один ребитх, это новая карта. Пока что я не понимаю, в чем смысл этого режима, но я могу бегать бесконечно по стенам. Какой же я клевый! 2000, кстати, у меня скорость. Ну, заметил, да, не особо ощутимо, вообще даже не ощущается, вот никак вообще. Здесь нет никакого ускорения, и как бы, ну, я как бы бегаю не совсем быстро. Мне казалось, что я буду немного быстрее хотя бы. Давай-ка здесь пробегу. О, побежал, 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 побежал. О, побежал, 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 побежал. Какой же я быстрый, какой же я быстрый. Ладно, куплю еще такие штуки по 18 штучек. О, да, теперь у меня скорость 2200. И опять следующий матч. Ладно, давай попытаемся посоревноваться. Главное первому стартануть. Да, здесь ребята очень быстрые, что даже кто-то в земле застревает, потому что он даже подняться не может из-за его бешеной скорости. Фу!
Ух, сейчас я так побегу. Сейчас я не буду последним. Давай! Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. А, да почему? О, зато я через колечки почти проехал. Эй, 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 куда это я побежал? О, здесь, может быть, нужно вот так вот выше как бы бежать, нет? Даже не знаю, куда мне можно направиться. Вот, кстати, вот смотри, какая-то эпичная перила здесь есть. Вот как на нее забраться, а? Вот как на нее забраться? Я же вроде даже не высоко прыгаю. Как здесь люди забираются на высокие здания, высокие препятствия? Хоба! Нет, 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 это так не работает. Хотя, возможно, это так и работает. Оу! Вау! У меня получилось! Ты это видел? Здесь есть двойные прыжки! Класс! Это же вообще зачетно! О, сюда я смогу зайти, когда будет у меня 15 тысяч экспы. Окей, ушки, у меня пока что 2 тысячи. Как я понимаю, 2 тысячи здесь это вообще копейки. Сущие копейки. Это вообще... Это даже не скорость. Show Trails. Так, это у нас всякая радуга. Я могу надеть себе что-то. О, смотри, возле меня какие-то зеленые звездочки начали спавниться. Слушай, забавно, забавно. Так, ладно, побежали, 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 побежали. Давай, теперь тут разгоняемся. Божечки мой, мы самые быстрые. О, следующий матч. Так, пока я на скоростях, пока я на скоростях, пока я на бустах. Нужно бегать и не сбавлять оборотов. Так, 70 скорость, это, видимо, моя максимальная скорость. Но я хочу хотя бы до конца пройти. Но я не хочу умирать в самом начале. Так, давай, 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 давай. Вот видишь, да, какие они шустрые? Так, я бегу, бегу. А теперь зажимаю пробел. И я бегу. Опять под бустами. Опа. Так, и вот тут пробегу. И вот тут кубок. Каким я финишировал? Третьим, четвертым? Я на третьем месте. Что-то я здесь даже не нарисован как бы. Ладно, я буду стоять на третьем месте вот так. Ей. Ей, я победитель. О, я могу сюда, кстати, зайти. Вау. Для меня доступно какое-то новое испытание. Класс. Слушай, ну, наверное, за прохождение этих испытаний я получаю какие-то награды. Оп, двойной прыжок. Батутик, полетели, пробежались по стеночке, прыгнули обратно на дорогу. О, да! Мне нравится этот симулятор скорости, только не понимаю, почему называется симулятор паркура. Здесь как бы от паркура мало что есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп! Оп! А! Нет! А! Оп! Да, забрался, забрался! Бегу! Бегу, бегу, бегу! А! Я не заберусь наверх. А, я упаду вниз. Я на грани от смерти. Помогите! Как вам этот симулятор? Пишите в комментарии. Я когда-нибудь пройду это испытание, я вам обещаю. Пусть туда же займет у меня это 1000 лет. О, получилось. Вот и прошел так. Через одну скалу перепрыгнул. Осталось еще 1000 таких. Хоба, надо бусты не пропускать. Это очень важно. Так, 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 так. Есть! Получилось забраться наверх! Да! Да, 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 да! Я бегу 100 километров в час. Так, и вот под этим бустом. Бегу сейчас ровно по прямой. Да, преодолели. А теперь на батутике подлетаем. Допрыгнули до этого буста на скорости 75. Бежим. 150 награда всего! Вы что, за прохождение этой гонки дают всего лишь 150 экспы? Я думал, 2500. Давай попробуем пройти карту Beach. Это пляж. Ладно, попытаемся пройти пляж. Не уверен, что получится с первого раза. Но стоит попробовать. Хотя карта пока что, мне кажется, очень легкая. Мегалодон! Это была акула. Акула-мегалодон. 100 километров в час. 150. 160. Да, вот это я разогнался. Вот это я на бустах. Максимальная скорость. Максимальная скорость! 400! Смотри, аж красная надпись здесь появилась. А моя скорость аж трясется. Я на максималках бегу. Воу, Sonic X, Sonic! Sonic X! Я прошел, сколько я получил. Не знаю, сколько я получил. Смотри, я по-прежнему на этой же скорости бегаю, или мне кажется. О, шарик, о, мячик. Сейчас мы с тобой купим X297 Boost. 1000 робоксов это стоит. Так, я купил и 1700, 4000. Вау, вот это я скорость набираю, смотри-ка. Не-не-не-не-не-не, у меня разблокировалась новая карта для 5000-ников. Так, я хочу пройти эту карту и побегать, конечно же. С таким бустом я сейчас очень быстро апнусь и всех обгоню на гонках следующих. Я стану самым быстрым. Ха, знаешь, это жизнь какого-то читера. 10 тысяч, 10 тысяч скоростей. Мамочки! Я, наверное, теперь могу бесконечно прыгать по стенам. У меня опять новая карта разблокировалась. 11 тысяч! Ха-ха! Вау! Я самый быстрый! Так, и что за награда? 200 экспы, найс. Ага, конечно. Новый уровень. 8 тысяч, он где-то в подземелье. Это секретный уровень. Я бы его никогда не нашел. Ну ладно, давай мы его тоже пройдем. Это, знаете, это нам Roblox дает понять о том, что мы должны проходить все испытания. Найс.
упал вниз. Класс. Вот знаете, казалось бы, да, у тебя есть все бусты и все такое, но ты все равно можешь упасть в пропасть. Так, по обратной стороне пойдем. О, я за карту выбрался. Я за карту выбрался. Что? У меня открылся вулкан за 15 тысяч экспы. Ну, сейчас люди, которые вот здесь играют, они, наверное, шокированы. Как этот чувак вообще так быстро бустится? Ту карту в подземелье я так и не прошел, поэтому это обидно. Отпрыгнул, побежал. Хоп, хоп. Двойной прыжок. Хоп, хоп, хоп. Я улетел вниз. Как? Как я упал вниз? Объясните-ка мне. О, все, у меня буст закончился. Теперь у меня 15 тысяч скоростей. Я почему-то думал, что это будет до конца длиться. Но за 1000 робуксов я бы сказал, что это очень дорого. Да, это очень дорого. Да ё-моё. О. Я никогда не пройду эту карту. Я никогда не пройду вулкан, который 15 тысяч экспы испытания. Его очень сложно пройти. Это правда. И там, кстати, был какой-то секретный проход. Возможно, это сокращенный путь какой-нибудь. Не знаю. Вот тут нужно просто бежать и не останавливаться ни в коем случае. Так. Долетел. А теперь вот на этих прыжочечках тоже допрыгнул. Я могу сейчас пройти вулкан. Так, оп, в другую сторону. Давай выше. Тут безопасно. Бежим. Хоп. Сразу два прыжка, двойной прыжок. 350 экспы награда. До 16 тысяч я не дойду, но тоже неплохо. Плюс 350 экспы, ебой! Интересно, а получится ли у меня открыть какую-нибудь еще одну новую карту? Не знаю, тут вообще такие существуют, а то я без понятия. И что-то я здесь как-то бегаю багованно. А, это типа запрыгни в это кольцо? Ха-ха. Чтобы разблокировать эту карту, нужен один ребит. Это какой-то новый мир. Так, вот, участвуем с тобой в матче. Не уверен, что мы сможем выиграть, но не уверен, что мы проиграем. Хотя мы один на один играем с чуваком, у которого скорость 35 тысяч. А у другого чувака 7,5 тысяч. Мы займем второе место, побежали! Давай! На бустах! Я не успел, я просто вылетел. Да, я знаю, я проиграл как лалка. Что это за колесо обозрения? Оно не крутится даже, а тут 21 тысяча экспы должна быть. Ну чё, до 30 тысяч бустимся? Бустимся, конечно, бустимся. 679 икс буст. Вы понимаете, насколько это много? Так, все, начинаем бегать. Буст у нас накапливается. Бегаем просто кругами, без разницы. Вау! У меня разблокировалась как раз-таки эта карта. Нужно бегать, пока время не закончилось. Ну, хватит меня телепортировать постоянно. Куда-то они меня тэпают. Хоп! Проехали. Оп! Этот песок прозрачный. Ну, найс. Так, 33 тысячи. Я уже заработал опыта. Оп. Да, опять я улетел вниз. А как по-другому-то, а? Как по-другому? Так, может быть, как-то... А, вдоль стеночки. Я что-то сразу не заметил. Ладно, я тут обойду спокойненько. А тут я встану на эту перилу. Разогнался. Бешено разогнался. Уже 40 тысяч у меня экспы. Я улетел в самое начало. О, я на дома залез какие-то. Я бегаю по домам. У меня Рейнбоу разблокировался за 28 тысяч экспы. Понимаете, я просто не успеваю проходить карты. Да, это глупо звучит. Но я попросту не успеваю проходить эти карты. О, а что означает нажми на икс? Так, забрались. Так, мы очень бешено как-то бежим. Мне кажется, или у меня уже тройной прыжок появился? А, нет, показалось. Оу, поехали! Вау, это был серф! Так, тихо! Я не допрыгнул! Видимо, придется заново проходить эту радужную карту. Ну, просто с такими бустами, конечно, вот, ну, как не пройти? Вы сами понимаете, да, что... Окей, мы задонатили робоксы. Окей, мы с тобой теперь почти самые быстрые на этой карте. Ну, точнее, мы уже самые быстрые. Мы обогнали чувака, у которого было 37 тысяч. И он сейчас такой в негодовании, понимаете? Как-то какой-то чувак его обогнал. А теперь я выиграю эти гонки. Мы с тобой считерили, и я выиграю эти гонки. Гонки! Вау! Я выбрался из самой попы, понимаешь? Я выбрался. Я чувствую себя каким-то Генджи из Overwatch.
Ну найс, ну найс теперь. Ну вот что мне в таких ситуациях делать? У меня персонаж настолько быстрый, что я просто пролетаю мимо. Если я сейчас это не сделаю, то, знаете, я больше пробовать не буду. Потому что я попросту теряю время. Я слишком крут для этой карты, это правда. Есть! 500 экспы награды, готово. Так, участвуем в гонках. Сейчас мы выиграем абсолютно всех, даже на самой сложной карте. Мистер Хантер 1038, это мой главный конкурент, который меня обгонял все время. Сейчас я его обгоню. Это, конечно, была нечестная победа, но я его обгоню! Оп, оп. Так, бежим, бежим, бежим. Есть! Я финишировал первым. Ей! Ювин! Чё, не ожидал такого, да? Не ожидал такого? Раньше ты все время выигрывал, а теперь появился какой-то другой чувак, который все время обгоняет тебя. Ах, ну что, расслабь свои булки. Что я могу тебе сказать? Расслабь свои булки. Тебе это не поможет. Слушай, я даже не знаю, чем здесь теперь можно заняться. Не, ну серьезно. Ребитх. Одна экстра экспа поинт. Я заработаю. Одну эту экспу поинт. Ладно, почему нет? Окей, я ребитнулся, все, я теперь опять медленный. И у меня разблокировалась еще одна карта. Один ребит хнидет. Мы за одну серию с тобой все прошли. Go back. Мы, кстати, можем даже в другой город вернуться. Но я с одним ребитхом, конечно, сейчас самый медленный. Ох, какой же я быстрый. Какой я быстрый. Да я не быстрый. Да. Ну что ж, а на этом мой ролик подходит к концу. У нас с вами теперь новая карта разблокировалась. Если вы хотите продолжение симулятора паркура, то обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Увидимся с вами в следующих видео. Adios! Playtime!